Мужчина упал с высоты 9 этажей и остался жив. Невероятный, хоть и несчастный случай произошел сегодня днем в центральном районе города Курган. Как сообщает группа ВКонтакте «Спасатели Кургана», мужчина упал с крыши 10-этажного дома по адресу улица Рихарда Зорги, 18. Упал не на землю, на козырек входной группы подъезда. Очевидцы несчастного случая вызвали медиков и спасателей. Сами спасатели попали на козырек через окно подъезда, а вот пострадавшего решили спускать с помощью приставной наклонной лестницы, предварительно зафиксировав его на спинальном щите. О полученных мужчиной травмах и состоянии его здоровья не сообщается. Также без ответа пока остается вопрос, как можно было случайно упасть с плоской крыши 10-этажки. Известно только, что он жив и госпитализирован в Курганскую больницу скорой медицинской помощи.